Это, конечно, прикол дня. Все ждут реакции со стороны Кремля на фильм Алексея Навального. Реакции, конечно, никакой не будет, кроме тупых комментариев в стиле Пескова. Но вот теперь отреагировал сам Дмитрий Анатольевич. Оказывается, он забанил Навального в Инстаграме. Публично на фильм Алексея Навального отреагировала сначала Наталья Тимакова, которая назвала публикацию ФБК пропагандистским выпадом оппозиционного и осужденного персонажа. А в Инстаграме Медведев прокомментировал расследование в тот же день под поздравлениями с 23 февраля. Некая женщина под ником Наталитет написала следующее сообщение. «Для меня особенно омерзительно, что данную заказуху показали именно сегодня, в мой день рождения. Держитесь, я верю в вас», – написала эта женщина. В ответ премьер написал девушке «С днем рождения». Орфография автора сохранена. Если кто не верит, посмотрите в Инстаграме. Ну что ж, конечно, фильм Навального – это своего рода киношедевр, потому что буквально за неделю его посмотрело больше 12 миллионов человек. 7 миллионов на YouTube, потом еще 2 в Одноклассниках, ВКонтакте и так далее. То есть не каждому фильму удается набрать такое количество за такой короткий срок. Естественно, все мировые СМИ это показывают и комментируют просто без остановки. Ну, а в России, понятное дело, реакции никакой нет. А что они могут сказать? Ну и Алексей отреагировал на этот бан Медведева, естественно, с юмором. Что тут скажешь?